delegasi Rusia dan Ukraina melakukan perundingan di Belarusia. Keduanya membahas sejumlah hal. Salah satunya permintaan gencatan senjata dari pihak Ukraina. Уважаемые друзья, президент Беларуси просил встретить вас, приветствовать и обеспечить максимально вашу работу. Как было договорено с президентами Зеленским и Путиным, вы можете чувствовать себя в полной безопасности, это наша святая обязанность. Президент Лукашенко искренне надеется, что сегодня, в ходе сегодняшних переговоров, удастся найти пути решения всех кризисных вопросов. И все белорусы молятся за это. Любые ваши просьбы и предложения, касающиеся организации сегодняшней встречи, будут приняты и беспрекословно исполнены. Ждем результат. Pertemuan delegasi kedua negara itu berlangsung selama 5 jam. Belum menemui titik terang, kedua negara sepakat gelar pertemuan kedua. Только что закончились переговоры с украинской стороной, которые длились примерно около 5 часов. За это время мы подробно прошли по всем пунктам повестки, нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. И самое главное, договорились продолжить переговорный процесс. Вот следующая встреча состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе. Есть соответствующие договоренности. До того времени каждая из делегаций, руководство каждой из делегаций проконсультируется по всем переговорным позициям.